А ну что, вы готовы? Мы? 5, 4, 3, 2, 1. Битва началась. Да блин, я... Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Енот, Макс Киллер, Робби, Кефирчик. Дар Драгон, Кошак, как всегда, отличное настроение, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Вы поставили 200 плюсиков, а я просил 100, поэтому у нас карта «Привет, сосед». Один из подписчиков будет нас искать, а мы взяли маленькие скины и будем прятаться и немножечко его троллировать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ищи нас. Так. Я большой, у него больше шансов меня найти. Да, но он тебя первый убьет. То есть найдет. Да найдет, тут карта там манюсенькая, что ты. О, привет, как дела, Бэби Йода? Нормально, как у тебя? Отлично. Ого, у тебя какая-то кабака, а не меч. Кабачище. Так, будем ходить по крыше, веселиться и угорать. Ну все, первый умер. Да ты что, так быстро убил его, что ли? Вот ты мне говорю, меня не найдет он. Ну видишь, а где ты заныкался? Ну, давайте сверху посмотрим, ребята, где же он его заныкал? В сарае, скорее всего. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Стараемся для вас поднять вам настроение, тем самым продлеваем жизнь. И самые креативные комментарии попадут в топ-комменты. А я слышу Ника, а где-то пилит кого-то. Пиля, да? Мы, Серега, успеем убежать вниз. Да. Уже на крышу. А некоторые ребята проиграл, берите скин «Привет, соседа». Так будет интереснее, чтобы мы видели издалека. Маленького не надо брать, так нечестно. Угу. Будем соблюдать правила РП. Какие тут РП у нас? На канале Димас ТВ нет никакого РП. О, я вижу молоток, или что это? Так, Серега. Пошли, а. Пошли за мной. Иду, иду. Во, ты можешь тут стоять? Отлично. А вот теперь пусть сюда зайдет и убьет нас. Так. Дима, окно. А он упадет сейчас в дырку. О! Серега, извини, я не хотел, но это обстоятельство. Да это, блин, ладно. Мы тоже возьмем «Привет, соседа». Я уже его взял. Хорошо. Ну блин, Серега, честно, я думал, он упадет в ту дырку. Ого. Извиняюсь. Обстоятельства. Так, Серега, ты где? Давай вместе будем искать. Жду тебя на центральной дороге между домами. Бегу, соседа. Бегу. И пока, соседа. Бегу. Во. Так. О, смотри, один лазит. А, это не лазит. Короче, извини, ты не привет, сосед. Ого, мы что, получается, уже практически всех нашли? Я нашел. Серега, ой, Кошак, ты тоже проиграл? Нет, я остался. Вон, побежал. Я вижу. Давайте. Енот. Да что вы так все быстро сливаетесь? Я думал, будут скины маленькие. Обстоятельства. Я, ребята, думал, что из-за того, что скины манюсенькие, мы реально хорошо запрячемся. И будем хорошо ныкаться. Но сейчас будет у нас, чувствую, вторая дуэль. И мы хорошо, Серега, заныкаемся. Где он? Я его не вижу. Вон он. А он за всеми. Давайте, ребята, и все за ним, все за ним. Все, убил. Че, всех нашли? Нет, а я. У меня Кошак. Кошьяк, ты что, давай сливайся. Вот он. А, это Кефирчик. Так, он где-то в доме, ребята, он где-то в доме. Ну где не спалит? Внимательно, ребята, внимательно ищем его. Эй, ты чё? Я Кошака нашёл. Он в комнате вон убил. Где? Я застрял. Есть. Так, ну что, теперь, так как Кошака мы нашли последнего, Кошак будет теперь нас искать, а мы все будем прятаться. Ребята, дубль номер 2. Мы берем все маленькие скины, и Кошак будет нас искать. Но только теперь я заныкаюсь очень хорошо, чтобы Кошак нас реально долго искал. Потому что какой-то у нас догонялки, а не прятки получились. Так, ну что, Серега, ты где? Я? Я знаю классную нычку, я реально знаю классную нычку.
Я не буду говорить специально, иди за... Давай встречаемся между дорогами. Вот, ого. Я по центру. Ого. Дороги. Так, 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 идем, идем, идем. Вот он, ты, да? Все, да, 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 да. Я вас искать лучше. Да. А, мне наверное видно. Видно, да, мне будет, наверное? А, тень видно. Тень видно. Нет, не видно. Смотри. Меня не видно. Видно? А, видно. А вот так вот. Маньяк, ладно, ладно. Я начинаю вас искать. Да, можешь нас искать. Ребята, начинается дуэль номер два. Кошак сможет. Могёт. Я уже кого-то вижу. Минус один. Да ладно, так быстро. Кого ты убил? Макс Киллер. Макс Киллер. Я подсказку кинул. Опа. Серёга, как? Как? Да отвали ты, ты голимый! Да, ну как так быстро, ну ребята? Ну мы ему поддавались. Кошак, давай дам, да, дам еще один раз, пожалуйста, еще один шанс. Ребята, еще один шанс. А, получается, ты нашу тень, да, видишь хорошо? Стой, 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 дай я выбегу с дому. Ты же псих. Все. Ребята, ну что, теперь у нас есть шанс все-таки повыживать немножечко. Мне видно? Что, или ты спрятался им? Да-да-да-да-да. Я еще остальных пока. Давай, давай, ты сможешь, я в тебя верю. Давай, ты сможешь. Блин, на этой карте есть такая фишка, что видно тень, да? Да. Да. А так сделай. А есть такие места, где не видно тень? Нет. Нет, везде видно. Жопа. Можно сделать след от меча и в нем спрятаться. Как сделал я. Несколько дырочек так сделал. О, я вижу еще одного. Дим, привет. А ты чё такой взял скин? А это есть Baby Yoda. Да? Я хитрый. Ах ты хитрый жук, так и я, молодец. Так, я вижу привет соседа. Видите, ребята, ходит с пилой. Я вижу Пикачу по крыше прыгает. Давайте, ребята, мы сможем. В этот раз мы затащим, я надеюсь на это. Тарзан, слезай с крыши. Лучше слезть, а то погибнешь. О, мне кажется, нам скоро конец будет. Не, не. Да вы что ко мне все пришли? Отвалите! Вы же палите контору! А еще, Дим? Зажали меня, демоны. Замуровали демоны. Вижу, вижу, вижу. Димас, я сзади. Да ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну ребята, ну как вот с этим человеком играть нормально, если он ненормально играет? А сколько живых? Я живой. Я, ты, но да? Да мы с тобой. Вот четверо тогда получается. Так, ребятушки. Давайте договоримся сразу. Если вы хотите, чтобы следующая серия была с аниматрониками, ставим 100 плюсиков, и я записываю серию с аниматрониками. И можете даже написать. Давайте лучше вы напишите FNAF и номер части, в какой мы должны что-то записать. Давайте, какая часть больше всех будет прописана в комментариях, ту мы и запишем. Трое осталось. Трое. Так, я даже знаю, куда их идти искать. А я ж с ними там сидел на нычку. Я сбежал, как-то меня нашли быстро. Да? Оп, все, текайте с той нычки. Текай. Опа. Нашел, нашел? Еноть. Да ладно, что вы такие психи? Надо убежал, енот. Иди в жопу. Иди в жопу. Я догоню тебя. На перехват говорит. Ну я вижу его. Где еще? Где он? Енот. А че его пропустил? 3, 2, 1. Это что? Где-то здесь. Кто-то убежал. Ну? Спасибо. Да за что меня? Убили? Всех? Да, я типа. Дурак, зачем меня убил? Не, второй раз уже его драгона убили. Ну что, мы всех нашли или нет, пацанчики? Не-не-не, я еще не знаю. Ай, Серег, вижу. Ребята, бежим навстречу. Ха-ха-ха! Енота запилил, Димас! А, это я.
А, где Сережка? Серега, мы тебя ищем? Нет. Да. Тебя тоже? Или не нашли тебя? Нашли? Не, еще не нашли. И получается, что, ребята, Серега остался у нас один. Одинешенек. Сдаетесь? Нет, а какой сдаемся? Мы тебя сейчас убьем. Ты че? Если не найдете, я взорву бомбу. Нет, да, мы тебя найдем. Да. Я хочу еще дуэль в конце сделать. Давай в конце уже после дуэли взорвешь. Потому что будет дуэль, все будут на пиво, каждый против друг друга. Всем понравилась эта тема. Убей Йода против соседа. Он вот тут в мусоре, ребята, сидит. Нет, это место енота. Он же у нас помойная панда. Серега, ну ты иди, выходи. Нет, сдаетесь? Нет. А вот я вам советую сдаться. Нет. Ребята, мы найдем его, мы найдем. Так, чекайте дырки черные. Серега в черной дыре. Серега, черное очко. Я в черном очке. Вот вообще запилил всю квартиру. Дровосеки. Я знаю, где его искать. Я знаю, где Серега мог заныкаться, да? Ну, я пойду сейчас туда и там тебя найду. Нет, я тут все достал. Туалете, да, Нема, да? Не, Тима, я в туалет не хожу. Так, сами. Пацаны, включайте все фонарик. Мы тогда с фонариком его найдем. Включайте. Обязательно фонарики. А, я думал, тут секретная комната какая-то. Ну, Серега, ну ты где, реально? Боетесь? Нет. Нет. Мы найдем тебя, мы найдем, Сережечка, ты не переживай. Если минуты не найдешь, то все, сдавайтесь. Только ты позовешь нас, постреляешь, мы туда придем, посмотрим, где ты. Я думаю, найдем мы тебя, пацаны, найдем, да? Да. Должны найти. Он на дереве, я вам говорю. Пилим все дерево, да? Может, он на столбе? Может быть. Обстоятельства. А ну давайте полечу. Я прям полечу на дерево, посмотрю. На крышу, на крышу, все на крышу. Он на крыше. На крышу дома соседа, я отсюда давайте. На дерево. Так. А ну-ка тут почекай, может он все-таки в коробку где-то сидит. Дим, у тебя 30 секунд осталось. Да ну блин, быстрее ищем его. Надо найти по-любому его. Я бомбу хочу взорвать. Да не-не-не. Сказку убудал уже. Показывай, Сережка, где ты? А, он на крышу другом. Как тогда залезть, скажи? Как ты туда залез? А как ты залез туда? Меч джедая. Ах ты жопа, реально. А мы-то не могли туда забраться. Так, мочимся Серегу. Где он? А я не знаю. Ты опять на крышу залез? Да слышь ты! Ладно, Серега, самый лучший игрок по пряткам оказывается Серега. Ну что, бери, Серега, пилу и будем начинать воевать. Каждый сам за себя. Ну что, вы готовы? 5, 4, 3, 2, 1. Битва началась. Да блин, я же хотел сзади мочить, кто будет по лестнице залазить. Господи, как это было тупо. Я ждал тебя. Так, я буду сверху смотреть. Ну блин, ты хитрый, я хотел так красиво сделать стычку, что я выиграю, типа. Так, кто остается, кто проигрывает, больше не участвует. Смотрим, кто же останется. Я сдох уже, Драгон. Я тоже сдох. Дарк Драгон пока мне все делает. Дарк Драгон. Ну Дарк Драгон, замочите его, пожалуйста. Дардрагон! Дардрагон, мочиина! Давай, 1-3! Ох ты! Самый лучший прятальщик это Серега, а самый лучший бензопилист это Дардрагон. Так что, ребята, все по-честному. Я что-то сегодня не сильно тащил, но пацаны попались очень наигранные. Поэтому, если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. И Серега должен взорвать сейчас эту всю карту. Серега, взрывай. Нет, дай мне. И не забываем смотреть мои ролики еще.